А с Дарьей Назарбаевой вам как было комфортно работать? Вы знаете, мне было очень комфортно работать. Мне было 32 года, когда мы с ней познакомились. Но она меня очаровала, конечно. Ни с кем не хочет встречаться, именно с тобой. Вот мы посидели, поужинали, поговорили, попели песни под гитару. Вот, я тоже люблю попеть. Гитару, да, и как бы вот. И тогда я был романтик, на самом деле я верил в то, что вот эта новая сила, Асар, она станет вот таким противовесом. Ну, к сожалению, все мы эти романтические грезы разбились об нашу реальность.